Всем привет, это Альвинос и новая карта физ-бист автомата. Я сразу стартуем, я уже туда зашел, ну я сразу вышел, так что карта новая, поэтому нажимаю F11. Короче. Вот, я появился на карте, это новый мир, как бы говорится. Он еще мною ни разу не прогружался, тут уже карта готовая. В деревнях тут, в принципе, ничего нету. Ну, как ничего нету, так, пока прогрузится карта, мы ничего не имеем. Так, ну, в принципе, нам тут ничего на данный момент не нужно. Это мы будем использовать в будущее. Это карта на выполнение заданий. Так, ну, у нас тут даже есть эти... Честы, понятно. Там еще у нас что-то есть. Ладно. В общем, эта карта на прохождение. Я ее выбрал, ее хотел что-то другое. И у нас тут в этом мире есть три объекта на данный момент. Это, так, нажимаем, подождите, X, да. Это, как видите, вот тут у нас завод, тут у нас деревня и тут замок, где в основном мы будем жить. У нас есть книжка, так, у нас есть... Hungry Overhaul, или как-то так он называется. Так, вот, набираем еду. Набираем тростник сразу же. Ну, уже деревня, она до меня ограблена тут кем-то, насколько я знаю. Так, что у нас тут? Тут пчелок нету, есть саженцы. Ну, это нам, как всегда, пока не надо. Ну, это Декандли, но это тоже не надо. Вот, смысл этой игры выполнять задание. Так, подождите, куда-то я не туда попер. Вот, наведем на дорожку. Ну, вначале буду, конечно, тупить. Я совсем немножко поиграл, чтобы понять, что это такое, с чем его играть. Жители, как всегда, тупые. Так, что тут у нас? У нас тут тоже ящики есть. Так, это возьмем, наверное, и это возьмем. Все, остальное оставим. Потому что начало, что тут делать, я знаю. Так, там у нас завод. Вот большой, красивый, построенный завод, который мы будем развивать. У нас там он полная разруха. Там у нас живут зомби и все прочие твари. Вот, поэтому тут даже надпись у нас. Пожалуйста, не подходите там, типа зомби или еще что-то в этом роде. Вот. Ну вот, как видите, закрыто и написано, что туда лучше не подходить. Вот, поскольку у меня нет ни оружия, ни брони, я туда подходить не буду. Видишь, not enter, danger. Вот, у нас есть книжка, по которой надо выполнять задание. И который, ну, это вы уже, наверное, знаете. Так. Я имел в виду не эту книжку. Вот, вот эта вот книжка. Так, автомат, а тут ля-ля-ля тополя. В общем, это читать не будем. И начинаем beginner. Так, open. Первое, что мы должны сделать? Прийти сюда. Complete. Забрать ключик, который мы в будущем где-то применим. Он на данный момент нам не нужен. Quest, Daring System и Hooper. Вот. Первое задание мы выполнили. Второе задание. Усинг дус докс. Ага, 10 дирта мне надо закинуть. То есть 10, как его, этой земли. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Чем она мне понравилась? Мне ее один человек посоветовал. Это Иркман по комментариям. Вы могли его увидеть. Но я как-то ее пропустил мимо ушей, а потом все же решил проверить сам. И так, ставим. По-моему, этим надо... А, select task. Закидываем сюда 10, так, одну оставим, 10 кобблстона. И должна принять эта система, да? Что-то я не то сделал. Так, DOS-система, конечно. Я ее благополучно запорол. Самый первый задание. Ладно, раз, два, три, четыре, пять. Так, копаем, как всегда, этот самый траву.
Так, что-то 10. Так, есть 10. Берем больше. Так, manual submit. Так, я сейчас повесил сюда. И один оставляем. И на этот раз опять кидаем. И надеюсь, сейчас правильно все. Так, ушло, ушло. Так, 100%. Climb reward. Получили 4 quest dinner, не надо. И смотрим, что нам тут. Пластинки. Очень полезная вещь. Так, его сбить можно? Можно. И вот эту... Боюсь, что я потеряю. Воронку я потерять не хочу. Так, дальше что нам надо сделать? Возвращаемся обратно. Динстоун Сворд. Ага, понятно. Для Стоун Сворда нам надо дерево и камень. Achievement get. И заодно еще новую ачивку получили. Так, что мне еще тут понравилось? Тут нету нормальных руд. Тут только есть эти самые руды из... Ну, так, значит, естественно, делаем из Red... Не, не Red, как же он называется? Забыл. Из Railcraft. Так, еще одну. Так, берем две палочки. Ну, естественно, кирочку делаем. Так, ищем, где у нас тут кабля. Вот, нам надо сделать, нету нормальных руд, тут только руды такие мелкие, из которых получается наггетс. Так, у нас есть три каблы, зачем я три взял, я не знаю, но у нас они есть. Так, у нас мечишка делается таким способом. Так, должны получить Climb Reward. Что-то одно выбрать, да? Ну, возьмем этот. Так, ну ладно, оденем. Дальше, что у нас идет дальше? Так, вот, видите, у нас вот только вот такие вот руды тут попадаются. Убить 25 коров. Ага, все, значит, с этим мы закончили. И надо направляться в постоянное место нашего будущего жилья на данный момент. Так, дерево берем. О, яблочко еще получили. Так, и побежали. Я не знаю, снимать, не снимать. Но тут, вот, как видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 коров есть. Так что я не знаю, буду ли их тут убивать. Я, наверное, пойду в лес вот там вот убивать, потому что... Так, подождите, мы... Ага, у нас тут есть этот мод, который дает собирать вот эту вот хрень таким способом. Товарищ, ты мне тут не бегай. Прибежали они тут, не мешая. Так, набираем побольше еды и всякой всего. Да ё-моё, товарищи, идите отсюда. Я ничего продавать не собираюсь. Идите, идите, идите. Я жадный, я все себе, себе, себе. Не надо мне тут, товарищи. Так, во-первых, ночь. И я ухожу отсюда еще по одной причине, потому что тут очень, ну, много дождя. Много дождя, много монстров. И если я буду жить тут, то тут деревня меня замучает. Так, вот, у нас тут, как видите, есть Томкрафт. Вот наш дом. Человек, который нас тут принимает. Так, этих пока не трогаем. Бежим домой. Так, вот этот замок, в котором мы можем что-то там делать. Тут мы ничего строить не сможем, потому что у нас стоит защита. Так, еще хотел одно посмотреть. Так, у нас тут растут цветочки. Ну, вот, в принципе, начальное место, где я собираюсь жить. Так, вот, приходим сюда, скидываем все, что у нас есть тут, и у нас вот тут ждет еда и прочее. Вот, мы можем нормально одеться уже, более-менее нормальную броньку. Это мы скидываем, это нам потом в будущем может пригодиться. Так, есть вот нормальное оружие, которое, наверное, на данный момент трогать не буду. Так, это мне не надо, это не надо. Ну вот, это пригодится. Томкратовскую скидываем, а хотя у меня вот много карата.
И вот этот салат возьмем. Так, это скидываем, это не надо. Так, тут у нас есть ботанист, это лайзер. Дальше, так. Печки есть, ясно. Подождите, а у меня тут железо есть? Вот два железка есть. Их мы можем потратить, наверное, на вот это и пойти. Поскольку у меня нету кровати, мне надо кровать. А у нас тут у хозяина есть, живут, так сказать, овцы. А овцы это, как вы знаете, кровать. Так, сколько? Два. Еще одну надо. Блин. Три. Ну, и хватит. Так, поесть надо. Дом я, допустим, этот разрушить не могу. Он, видите, защищен. Поэтому тут все продумано. Так, поедим. Hunger overhaul у нас есть, поэтому у нас, по-моему, надо будет... Не, не надо будет. Нам можно будет есть все, что угодно. Так, идем сюда и немножко наведем тут свой порядок. Раз я уж тут живу, то извини, хозяин, я тут переделаю все под себя. Мне вот этого ничего не надо. Мне надо только древесина. Вот древесина у нас есть. Так, этот столик мне не нужен. Мне он нужен в таком виде. Так, ставим и делаем кровать. Во-первых, дождь, а во-вторых, ну, не хочу я. Так, все, спим. И вот, теперь мы имеем место своей работы. Так, вот тут мы живем, там мы работаем. Так, убить 25 коров. Так, ну, у нас еще что-то. А, индустриал. Индустриал, open. Так, подождите, не понял. Так, открыть вот эту надо, open. Так, убить. Это уже новое задание. Убить 750 всяких там. Но это уже, как видите, на намного за сколько-то дней мы должны это все сделать. Так, репутация, open. Репутация, climb reward. Так, еще получили ресурсиков. Их скидываем сразу же сюда. Так, что? Complete, claim reward еще получили. Ага. Вот тут вот самое интересное. Нам предлагают убить несколько... Потом у нас еще будет задание убить 25 бабочек, поэтому можно взять shopper, droppers или butterfly killer. Нам надо убивать, поэтому я выбираю его. Хотя можем их ловить. Ну, я беру этот, потому что я знаю, тут один байер. Так, сразу я его скидываю, потому что он чинится кактусом, а кактуса у меня, насколько я знаю, нет. Поэтому мне его надо будет в любой момент апгрейдить, пока он целый. Если я его сломаю, мне надо будет его для починки кактуса. И так, где же у нас тут кактус? Кактус, что-то не вижу блока кактусная. Так, кактус, так, рецепт. Блин, не какацер, а рецепт. Так, мы можем получить и слизи. Это ботания. О, еще ботания есть, очень хорошо. Ну, то есть, пока я не сделаю слизь, я ничего не сделаю. Так. Так, это мы выполнили репутейшн. Дальше, что у нас еще тут интересного есть? Так, Industrial Craft. Значит, нам надо выполнять вот этих два задания. Убить 25 коров. И так, значит, берем все оружие, что есть, что возможно. Убить 25 коров. И что еще он там просит? И накопать вот этих вот руд всех по 9. Так, где-то у нас тут кто-то шляется, насколько я слышал. Где у нас тут кто-то орет? Не знаю. Так, идем пройдемся по замку. Замок довольно-таки красивый, он весь защищенный. Тут у нас, вот видите, живет хозяин, вот его, вот его хоромы. Есть тут, кстати, тут печеньки. Ну, не знаю, пока мне они не нужны. Тут вот у нас вот есть меч-кладенец, но я его
Он уже заряжен. Ну, пока миссией пользоваться не буду, потому что он, ну, слабо заряжен. Можно, конечно, взять и воспользоваться им, но так, как его закрывать, не знаю. Этот тоже там крафтовский ворд. Я тоже не знаю, стоит ли его брать. Ну, пока мисс не хочу. Вот, ну что, пошел убивать 25 коров. Думаю, в окрестностях. Плюс рубить деревья. Деревья мне очень пригодятся. Вон, кстати, бабочки летают. Больше я туда никуда, в принципе, попасть особенно не могу. Хотя там на одной башне у нас, на какой-то из этих башней у нас есть лут. Но он мне пока мисс не особенно нужен. Вот. Где-то у нас есть. Где-то. Интересно, где что-то у нас шляются. Где-то у нас эти бегают. Товарищи, в общем. Так, у нас тут есть овечки. Ну, кстати, вот эти надо расплодить по пути. А что она там помирает? Ай, в этой самой сладжи залезла, бедолага. Так, идем убивать коров. Так, вот, кстати, у нас тут уже руда. Вот у нас только будет попадаться вот только такая руда. И меньше или больше нормальной руды. Что такое? Подвисло что-то. И побольше руды у нас попадаться не будет. Так, это у нас медь. Так, немножко ачивку выполнили. Так, надеюсь, это у меня 9 их будет уже. Так. Угу. Вот только такая руда, из которой, так, 14 усы. Давай. Вот, думай быстрее. Так, мы можем получить только 2 Купер Наггетса. Вот, как видите. И в этом 32 миллибакета. Так, что там упало у нас, не знаю. А, это бласт эти у нас летают. Так, где у нас есть коровки? Мне надо их 25 штук набить. Вот, одна коровка. Извини, корова. У меня задание вас загубить. Вот еще одна корова. По пути, конечно, будем собирать всякую снедь. Вот, кстати, вот эти цветочки можно, видите, еды тут хватает. Так, два. Два коровка. Так, дальше. Фу, ладно, я, наверное, пойду за кадр. Вам тут неинтересно будет смотреть, как я буду набивать 25 коров. Так, это вот уже 100%. Две коровы из 25. И по пути, если что-то буду видеть, о, здоров, мужик, интересно, я вас позову. Чьюмингет, ух ты, сколько ж у вас там, товарищи, вот оно интересно. Так, иди сюда, ух ты, с повязкой, ай, да, у нас же тут Infernal Mobs есть, кстати, и Special Mobs есть, и простые мобы. И подсдохни, зараза ты. Вот, наконец-то так сдох. Ну, вот чуть-чуть набрал. Еще у нас тут и такие вот красавцы есть, да, в золотой броне. И откуда у вас тут столько много? Один готов. Иди сюда. Откуда ж у вас, друзья, товарищи, а? Интересно. Так, ладно. Пошел я, в общем, гасить коров. Так, еще кто-то где-то ползет. Где? Я тебя слышу. Вот он. Иди сюда, горящая ты моя тварь. Ай-яй-яй. И твоя это тоже пригодится. Так, кстати, у меня золотой есть. Что-нибудь, может, выполнили? Так, Reputation Informed, Open. 32 Copper Ingot. Офигеть. Так, он ставил Act Open. Что-то ничего нету. Reputation Forward. Это мы выполнили.
Open. Так, это начинаем уже использовать примерно. Industrial Frame Open. А, это и тут. А что-нибудь открылось? Да ё-моё. Так, Open. Так. Ладно, иду я коров убивать. Так, у нас, оказывается, тут и вулканы есть. Что самое интересное, это нашлись Project Red. О, этот есть у нас базальт. Во, коровка очередная. Ну, я тут все еще хожу, коров убиваю. Если вам интересно, конечно, так, сколько я уже их тут понабивал, мало, я так понимаю. 7. Ай. Вот, ладно. Так, вот наш первый эндерман. Здесь него удастся загубить и получить с него... Вот, получил заслуженную награду. Еще один? Ух ты. Ну, дай. А, yes. Ух ты, у нас тут мобы. Монстрики. Эть. Так, один есть, второй. Вышиб мозги второму. Так, тут у нас что? У нас еще одна коробка. Так, поесть надо бы, было бы неплохо. То у нас тут ночь, и я ночь. Так, эти пока не... Надо рассадить, пригодится. Я знаю, что они мне пригодятся. И очень в большом количестве. Так. Пускай растут. Так, где он там орёт? Странно. Так, тут у нас неплохое такое озерце. Окей. Давай, плыви. Идем домой поспим, наверное, на данный момент. Ну, яичко мне тоже пригодится. Спасибо. Так, идем поспим, наверное, я так думаю. Так, что-то у нас тут горит. 18:30. Так, скинем то, что мне не понадобится. Еда, шерсть, это все самое такое. Ух ты, это выпал. Смотрите, мне не хватает места. Так, 9. Ладно. У нас верстак есть, древесина пока не с проблема. Верстаков немного понадобится. Так, это сюда, 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 сюда. Так, золотой. Ладно, золото нам пригодится. Так, сколько я там коров набодал? 13. Ага, значит, надо бежать к тому нашему заводу. На работу, так сказать, и пробовать там убить. Только не взрывайся. А иди ты, не нужен ты мне. Так, побежим через лес, как видно. Надеюсь, тут еще коровок пару наберу и увижу что-нибудь интересное. Так, так. О, кстати, но это я подсобрать не смогу. Так, значит, Тинкер Констракт у нас есть. Так, еще одна коловка. Еще одна коловка. Вот сколько у нас коловок тут. Так, еще одна коловка. Еще одна. Иди сюда, животное. Так, во, еще коловка. Сейчас мы тут быстро 25 наберем. Блин, иди сюда. Так, где-то еще одну коровку видел. Вот она, коровка. Это, во-первых, еда, кожа и все прочее. Так, сколько нам еще тут их мучить? 25 коровок. Ну, я думаю, вы уж простите. И так. Ну, иди сюда. Так, ты будешь 21-е. И вот там, помню, полно коров было. Так,
Сборка мне очень сильно, говорю, понравилась тем, что она, ну, хардкорная чуть-чуть. И тут и индустриал, и все, и не надо ломать голову, чисто так. Раз. Два. Три. И четыре. Все, по идее, все собрал. Всех убил, все получил. Так, 25. Сафари нет или сумочку? Наверное, сумочку. Так, сумочку. Дальше, что у нас тут появляется? Unlocked quest complete. А, этот квест повторяющийся, да? Unlock, не понял. Я живу... Я живу это самое... Выполнил. Так, кут. Что за кут? Нусы. И что такое у нас? А, обыкновенная бумага. Странно. Так, дальше что? Это у нас еда. Так, это выполнили. Так, осталось накопать вот этих вот 9 штук. Agrarium Remint. Questions. Вот они, трудности. 1024 сахара сдать. Яйца. 5000 яиц. Вот. Industrial Wireframe. Это мы смотрели. Репутация. 20, 32 копера. Это я еще не сделал. Open. Так, это не ясно. И все. Что ж, я, наверное, за кадр пойду копать вот эти вот, сдавать вот эти вот штуки две. Для этого я побегу, наверное, домой. Кстати, у нас тут есть как бы у деревенщины, как они называются, камушки. Вот эти вот. Где? А это что такое? Что это такое? Это что такое? Защищены, да, чтобы не упали, товарищ. Интересно придумано. Так, вот то, что я искал. Вот эта вот штука у нас есть. Я ее всю, наверное, скопаю. Она мне пригодится. Я вот так вот не знаю. По правилам, может, и нельзя этого делать, но мне... Так, кстати, товарищ, что ты продаешь за уголь один эмеральд? Нет, мне эмеральд не подходит. В общем, вот, это была такая первая серия. За кадром я постараюсь разобрать вот всю вот эту вот штуку. Накопать всех по 9, как они называются, руд. И не знаю, если что-то увижу интересное, то это вам показать. Ну, кстати, полно вот этой вот. Ладно, это было Львинос и автомата. Поскольку тут очень все нудно и очень долго, то будут такие, может, отчеты, не знаю, как будет, но это вступительная серия. Как всегда, я почти что снимал полностью. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и жду новых подписчиков. Пока!